Я Ибрагим. Ибрагим, который за 15 лет превратил плачущего от страха христианского мальчика из Парги в друга повелителя всего мира, в его зятя, великого визиря. Ибрагим, создавший себя и свою семью среди статуй богов. Я хочу, чтобы рядом со священными изваяниями Геракла и Аполлона мои сыновья увидели золотую статую их отца, воздвигнутую в золотой век. На 7 холмах столицы, омываемых бескрайним морем, и в 3 частях света подданные мои будут преклоняться передо мной. Повелитель. Поздравляю тебя, Ибрагим. Вы оказали нам большую честь своим визитом, повелитель. Хатиджа Султан в своей комнате отдыхает. Ангел мой, Хатиджи, слава Аллаху, теперь ты избавилась от своих страхов. Со мной случилось то, чего я так боялась, повелитель. Родившись, мой сын не дышал. Хюрем вытащила комок у него из горла, слава Аллаху. Это она спасла жизнь нашему ребенку. Как хорошо, что ей удалось. Но сейчас, прежде всего, ты должна заботиться о себе. Внимательно следи за тем, что ты ешь и пьешь, чтобы малыш рос здоровым. Пусть набирается сил. Когда мама и вы рядом, мне спокойнее. Повелитель, окажите нам честь, выберите ребенку имя. Валиде. Благослови его. Так ты передашь ему свою силу, удачу и счастье. Именем Мехмед нарекаю тебя. Бисмиллахи рахмани рахим. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ты, конечно, не в курсе, что принцесса Изабелла предприняла попытку бегства. Она смогла провести охранников. Если бы, упав с холма, она не скатилась прямо к моим ногам, ей вправду удалось бы бежать. Но куда бы она убежала? Это самое страшное. С ней могло случиться все, что угодно. Ее нужно охранять. Разумеется. Геракл. Отец его, бог Зевс. Еще один сын Аполлон. Его сестра Диана. Не так ли? Все верно, повелитель. Ну а ты, Ибрагим, кто же ты? Кто твой отец? Кто твой брат? Храни и помилуй. Что же это такое? Не мне судить об этом, но смотри, их проклятие уже действует. Хатиджа и мой внук едва выжили. Главное, сейчас все хорошо. Мы уже уходим.